А в Доме дружбы народов состоялся 5-й республиканский фестиваль национальных культур. «Семья народов России» – так называется фестиваль национальных культур. Под крышей Дома дружбы собрались люди разных национальностей и вероисповеданий. Мы из Туркменистана приехали. У нас очень хорошо, красивый город. Сегодня вот с праздником хочу поздравить всех. Желаю здоровья, большой удачи вам. Мы из Узбекистана. Здесь очень хорошо, люди тоже хорошо. Очень нравится здесь. Очень дружелюбные все чуваши и другие национальности. Вообще-то Россия многонациональная эта страна. Вот. Нравится вам здесь? Да, конечно, нравится. Татарский чпачмак, узбекский плов, восточные сладости. Участники фестиваля представили кухню разных народов России. Традиционные ремесла и предметы быта, представленные на фестивале, только дополнили общую картину праздника. Многие участники пришли в национальной одежде. В свое время каждая азербайджанка одевала вот такие костюмы. Я всегда говорю, национальная одежда женщина больше притягивает, чем вот европейский в стиле. Они еще красивее, они еще прекраснее. Поэтому считаю, что вот узор, красота. И самое главное, в нем женщина, которую мы все любим. Это самое главное. Впервые фестиваль провели 5 лет назад. Тогда в нем приняло участие более 1000 человек. С каждым годом количество участников растет. Неизменным остается атмосфера дружбы и взаимопонимания. Юлия Важенина, Мальвина Петрова, Бахтияр Велиев, Республика.